Добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы. Я хочу вам проанонсировать видео, которое я предлагаю вашему вниманию на втором канале моем «Домашний очаг с Мариной» о пользе яиц. Я знаю, что все вы подкованы в этом направлении, но я хочу заострить внимание особое на этом продукте с точки зрения медицины. Более того, я хочу вам рассказать, что тысячи лет назад медики изучали свойства яичного масла, скажем так, в целях лечения сложных заболеваний. Ну, прошло тысячелетие, уже методики все поменялись, и вот сейчас есть противоречивое мнение. Кто-то отказывается от потребления яиц, потому что считается, что действительно яйца содержат достаточное большое количество холестерина. Кто-то наоборот в восторге. Кто-то разделяет яйца на белки и на желтки. Поэтому я хочу вам рассказать, ну вот такое медицинское отношение к этому продукту, заостряя внимание только тех зрителей и родители, что ограничиваем яйца мы только если в организме есть аллерген, вы не воспринимаете, и диабетики. Этим людям действительно яйца, ну, достаточно в умеренном количестве, а для аллергетиков и желательно отменить прием этого продукта. Всем остальным моим дорогим зрителям, я знаю, что вам будет очень интересно послушать мои видеосоветы, мои знания, и вы сможете этот продукт, может быть, по-другому даже употреблять в своей кулинарии, или, может быть, я заострю внимание на том, как вам яйца могут помочь в решении определенных проблем. Пожалуйста, переходите по ссылочке на мой второй канал, и у меня есть ответвление еще Viva Woman. Это канал моей дочери о здоровье и красоте волос. Здесь очень большое количество видео посвящено здоровым волосам, маскам. И моя дочь Татьяна показывает и рассказывает прекрасный шампунь на желтках, который можно сделать. И я, как экспериментатор, вот видите, при таких кислотных покрасках, скажем так, прекрасно мои волосы чувствуют, не выпадают. Это результат был желткового шампуня. Поэтому действительно, вот для здоровья волос вы можете перейти на этот канал и посмотреть все масочки, как я говорила, и шампуни. А для здоровья, для физиологии, посмотрите, пожалуйста, мой канал «Домашний очаг с Мариной». Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, вам советы интересны и полезны.